на кишку. Это легкий гид из Парижа, и сегодня мы с вами отправляемся в оперу. Опера, которая будоражит все ума. Опера Гарнье. Она находится прямо за моей спиной. На данный момент центральный вход закрыт, но у нас есть маленькие лазейки. Мы с вами отправимся в нее через специальный вход. Вход для туристов. Вам надо будет обойти оперу с этой стороны, и вуаля, вы уже внутри. Поехали! Так, я нахожусь сейчас около касс на самом-самом первом этаже оперы. Стоимость билета 12 евро за человека, если вам больше 26, если менее, то 8 евро. Покупать можно на данный момент только в кассах, потому что коронавирус, а вообще здесь работают по всему периметру электронные кассы. Плюс вы можете купить билеты на сайте. Стоит отметить, что опера Гарнье предпочитает балет. Но если вы хотите оперу-оперу, тогда вам стоит обратиться в оперу Бастилии. Появлению оперы мы обязаны Наполеону III. Именно в период его правления объявляется конкурс, 170 проектов подают свои заявки. Выигрывает Шарль Гарнье, который как раз-таки попадает в ногу со временем. А в тот момент очень ценился шик и роскошь. Сейчас вы это увидите. Изысканной декоративной отделки оперы в Париже использовалось огромное количество материалов. Это гранит, это цветной мрамор, это бархат и огромное количество материала, камня со всего мира. Пошлите смотреть. Сейчас мы с вами находимся около самой основной парадной лестницы. Если вы будете подниматься, как мы, как туристы, вам надо будет обойти снизу, и вуаля, вы ее ничем не перепутаете. Если вы поднимаетесь на представление, то прямо напротив меня находится основная дверь. Вы поднимаетесь наверх, и вуаля, тот самый красивейший зал. До момента погружения в сам зал я советую вам посмотреть в округе и обратить внимание, что сама опера вмещает около 2000 человек. Интересный момент, что для возведения помпезной оперы было использовано около 33 километров архитектурных чертежей. Уверена, вы знаете, когда вы приезжаете в какую-нибудь новую страну, вам часто рассказывают, вот именно в этом замке живет призрак. Ну, то же самое, конечно же, происходит и в Париже. Именно здесь живет призрак. Призрака зовут Эрик, и очень долгая история именно с ним связана с самой историей оперы. Как говорят, Эрик очень любит смотреть выступления, мероприятия. Он занимает ложу номер 5. И почему-то, как говорили раньше современники, если люди садились именно в его ложу номер 5, призраку это не нравилось, и людям становилось плохо. В какой-то момент был заключен своеобразный контракт с призраком, чтобы в эту ложу больше никого не садить и избегать случаев, когда у людей недомогание. Но так получилось, как-то давали представление Фауста. Это был 1869 год, и почему-то было решено нарушить контракт с призраком и посадить людей именно в его ложу. К сожалению, так произошло, что именно посреди этого выступления огромная люстра, которая висела прямо посередине зрительного зала, рухнула. К сожалению, очень многие люди пострадали, лампа действительно была огромная, представление закончили, и после этого было решено, что все-таки в ложу номер 5 никого садить мы не будем. Когда меня спрашивают, так существует призрак или нет, я лично его не видела никогда, но всегда люблю такие тайны и истории. Они же все-таки каким-то образом появлялись в головах у людей. Сейчас мы находимся в галерее, чем-то напоминающей зеркальную галерею в Версале. Конечно, уровень помпезности, роскоши здесь на очень высоком уровне. Наверное, основное отличие, что здесь нет такого количества зеркал, как в самой Версальской галерее. Но на самом деле она действительно чем-то напоминает то место. Я вам очень рекомендую сюда пройтись и обязательно не упустить этот момент. Можно выйти на улицу и посмотреть на весь Париж.
Обзорную площадку, обратите внимание, что вы находитесь в эпицентре тех самых парижских домов, османских домов. В период, когда правил Наполеон III и была построена эта опера, конец 19 века, Париж был полностью перестроен. И вот типичная история османских домов – это когда на первом этаже у нас кафе-рестораны, второй этаж – это в основном подсобка, третий этаж – это благородный этаж. То есть, видите, такой сплошной балкончик, окна в пол, и чем выше у нас поднимается этаж, тем меньше становится квартира. На самом верху у нас находится квартира мансарды. Они могут достигать размера 8 квадратных метров. 8 квадратных метров! Это очень мало! Я такого лично видела, и, честно говоря, не очень. Но вернемся к благородному этажу. Сейчас очень многие эти этажи заполнены офисами, кто-то до сих пор в них живет. Стоимость квартир, конечно, зашкаливает. 10 тысяч в среднем где-то стоит квадрат в Париже. Ну как же посещение известных мест без посещения сувенирного? Здесь он прекрасный. Вы можете найти и диски, и книги, и журналы, альбомы. В общем, погружайтесь и выбирайте, что подходит именно вам. Сувениры здесь такое огромное количество, что можно найти даже пачку. Конечно, для меня нет, но вот если бы у меня была маленькая дочка, я бы, наверное, точно приобрела себе что-то такое. Смотрите, какая это милая. Такая маленькая девчонка. Но я вам очень рекомендую выбрать и просто уходить отсюда, потому что можно оставить огромное количество денег. А выходить лучше в сторону ресторана, который называется Коко. Как только вы вышли с оперы, вам определенно надо двигаться. Та-дам-та-дам-та-дам! Будьте готовы, что ресторан немного такой, знаете, завышенного уровня, цены соответствующие, внешний вид тоже. Я очень рекомендую туда заглянуть именно на ужин, потому что часто там играет живая музыка, и туда спокойно можно надеть коктейльное платье, что, кстати, совсем не про француза, на который не так часто ходят все время на каблуках и в коктейлях. Поэтому, девчонки, если вы смотрите, вам туда. Просто маленькая ремарка, чтобы вы понимали уровень цен. Если в обычном ресторане бокал вина стоит около 5-7 евро, то здесь около 15-20 евро. Вуаля! Ну что, я надеюсь, вам понравилась наша маленькая прогулка по опере. Я приглашаю вас в Париж, а также на мой YouTube-канал, чтобы посмотреть другие видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи. Au revoir!